Стадион замер в предвкушении предстоящей игры. И мы начинаем нашу прямую трансляцию. Вместе с вами. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Так состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Стадион замер в предвкушении предстоящей игры. И мы начинаем нашу прямую трансляцию. Вместе с вами. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Так состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Стадион замер в предвкушении предстоящей игры. И мы начинаем нашу прямую трансляцию. Вместе с вами. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Так состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Стадион замер в предвкушении предстоящей игры. И мы начинаем нашу прямую трансляцию. Вместе с вами. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Так состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Стадион замер в предвкушении предстоящей игры. И мы начинаем нашу прямую трансляцию. Вместе с вами. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Так состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Стадион замер в предвкушении предстоящей игры. И мы начинаем нашу прямую трансляцию. Вместе с вами. Ну и нам показывают сейчас состав команды «Хозяин». Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Так состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. И наш матч начинается.
вперед идет к чужим воротам. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Гонсало Кастро. Товарищ Лансман, а вы уверены, что вне игры все-таки было, а?